Ругмулдер Дванзем, Паян Пинсудире, Сенехна, Александр Вячеславович Сидоров, адвокат, общественно-владетель, ну, Паян Хосинегал Забаре. Александр Вячеславович, добрый день. Добрый день, Николай Николаевич, спасибо вам за приглашение на передачу. Вот вас знают как общественного деятеля, многие уже в медийном пространстве Ульяновской области. Хотелось бы вот о личной жизни, о вас побольше узнать. Вы где родились? Николай Николаевич, я родился в селе Большом Нагаткино Цельнинского района. Хочу рассказать немного о своей семье. Мой отец Сидоров Вячеслав Александрович родом из села Городиш Дрожжановского района. Моя мама Сидорова Надежда Петровна родом из села Верхней Тимирсяне Цельнинского района. Мой отец работал практически всю свою жизнь в Цельнинском автотранспортном предприятии. Моя мама работала в аптеке долгое время в селе Большой Нагаткино, а потом уже стала домохозяйкой. Могу добавить, что с вашим отцом мы вместе 3 года работали сельхозтехникой, я работал шофером-водителем. Да, мне очень много отец рассказывал. Действительно, это было очень хорошее предприятие, сплоченная команда, мы все до сих пор поддерживаем общение и с друзьями отца. Соответственно, мне очень приятно иметь и дела, и общаться. Семья большая у вас? Я родился в многодетной семье. У меня есть старший брат Алексей и сестра Татьяна. Это Алексей вот адвокат, который в Москве живет? Да, Алексей тоже адвокат. Мы 2 юриста. Алексей сейчас живет в городе Москва. Сестра Татьяна, она воспитывает дочек, она домохозяйка. Ну вот, про школу тогда поговорим. Окончили Нагаткинскую, Большую Нагаткинскую школу? Да, как я и говорил, я родился и вырос в селе Большое Нагаткино. Закончил Большенагаткинскую среднюю школу. Я очень горжусь, что у меня была возможность учиться в ней, потому что действительно дали хорошее образование. Благодарен и учителям, и директору этой школы. Вот сейчас часто посещаю ее. Действительно, это было прекрасное время. Вот. После окончания Большенагаткинской средней школы в 2007 году я, соответственно, переехал в Ульяновск, где поступил в Ульяновский государственный университет на юриста, вот, где проучился на юридическом факультете 5 лет. Вот. После обучения на юридическом факультете решил, что продолжу обучение и поступил на очную аспирантуру, где также в 2015 году ее закончил, проучился в ней 3 года. В это время преподавал, по-моему, да? Да, вообще, как пришла идея поступать на юриста, если честно, уже обучаясь в Большенагаткинской средней школе, я решил поступать и связать свою жизнь с юриспруденцией. Почему? Потому что считаю профессию юриста благородной профессией. Вот. И поэтому решил свою жизнь связать именно с ней. Соответственно, когда поступил, сразу же было интересно не только обучаться, получать теоретические знания, но и, соответственно, понимая, что в последующем нужно определяться и с направлением в профессии, я на 2-м курсе университета уже начал работать. Работал юристом. Занимался самостоятельной юридической практикой, так скажем, успевал совмещать и учебу, и работу. Это было прекрасное время. Студенчество навсегда останется в теплой памяти. Молодец, и практиковался, и учился. Да, расскажу. Со 2-го курса я уже, как я сказал, работал. Было время, конечно, когда я даже в суды попадал в переменах между парами, вот, приходилось выходить из любой ситуации в этой жизни. Вот, ну, потому что
к окончанию учебы я уже, можно сказать, был сформировавшимся юристом. Это было в 2012 году, я закончил специалитет. И в 2013 году уже создал юридическую фирму. В аспирантуре, да, имел опыт преподавания, мне нравилось преподавать, делился опытом со студентами, рассказывал им о своей работе, потому что я считаю, что когда теория подкреплена практикой, то есть историей из реальной жизни, то студентам это намного лучше усваивается, вот, поэтому занимался вот и научной деятельностью, и во времена обучения в аспирантуре печатался в федеральных правовых изданиях, таких как «Эш-юрист», «Конкуренция и право». Это мне очень нравилось. Mm-hmm. Также хочу отметить сам вуз и преподавателей, которые нас обучали. Вот, на сегодняшний момент мы также поддерживаем общение, и я очень рад, что удалось учиться в таком прекрасном университете. Ульяновский государственный университет. Ну вот, молодой человек, вы сразу начали, пришли в политику. Что вас подвигло? Вы уже политик, как бы стоя все уже. На самом деле, прежде чем прийти в политику, я получил достаточно серьезный опыт в плане работы в юридической сфере. Вот, как я и говорил, в 2013 году уже открыл собственную юридическую фирму. Мой брат на тот момент жил в Москве, я жил в Ульяновске, и мы, соответственно, совместно вели проекты юридические. Я летал по России, представлял интересы своих клиентов и в городе Москва, и в других городах. То есть получал опыт не только на примере нашего региона, но и по всей России. Сталкивался с сильными юристами, со многими из них мы сейчас поддерживаем дружеские отношения. Вот это действительно сама география такая широкая в этой сфере работал, дал определенный опыт. В 2017 году я сдал квалификационный экзамен, стал адвокатом, уже, соответственно, расширил сферу деятельности и, соответственно, представлял интересы клиентов не только по гражданским арбитражным делам, а, соответственно, еще и по уголовным, потому что бывают разные ситуации, и мы вынуждены, как адвокаты, защищать в сложных ситуациях людей. Вот этот накопленный опыт работы юридической сферы, я очень люблю эту работу, помог мне в последующем ориентироваться во многом. И когда я решил прийти в политику, в первую очередь, это было осознанное решение, и те знания, накопленные в трудовой деятельности, они как раз-таки и помогли в этом. Почему? Потому что, вообще расскажу о депутатской деятельности. Я решил начинать ее с самого низшего звена, это выборы депутатов поселения, вот, потому что я считаю, что нужно знать эту работу с самого начала, самого низкого звена, чтобы в последующем уже. Вот. И я решил начать ее именно со своей малой родины, села Большого Нагаткина. И в выборах я участвовал в поселенческих, это были выборы Большенагаткинское сельское поселение. Потому что я всегда ценю свои корни, я очень уважаю своих земляков, и, соответственно, у меня есть желание помогать им, вот, и уже не только с юридической сферы, потому что как юрист очень много людей я защищал, представлял интересы со своего района, вот, но депутатская деятельность, она дает возможность уже представлять большое количество людей и решать какие-то проблемы, которые уже касаются большую часть населения. В 2018 году мы со своей командой провели избирательную кампанию, и, соответственно, население меня, мои земляки меня поддержали, и избрался депутатом Большенагаткинского сельского поселения. Могу сказать, что по итогам
голосование в Большом Нагаткино по двум участкам. У меня получилось набрать максимальное количество голосов, за что я благодарен своим землякам. Они оказали мне огромное доверие. Я это доверие обязан просто оправдать и буду оправдывать. И я очень благодарен за эту поддержку. Соответственно, меня делегировали из Большенагатского поселения, депутатов Большенагатского поселения, представлять интересы в районный совет депутатов, совет депутатов муниципального образования Целининский район. Вот, таким образом, мы вот с 2018 года помогаем нашим людям, нашим землякам, команду работаем. Да, мы работаем командой. Я считаю, что самое главное – это когда есть команда. Вот, и с этой командой идти только вперед. Вы еще в общественной жизни Чувашской общины участвуете? Да, конечно. В эту сферу я пришел в 2015 году. Расскажу, как это было. У меня есть земляк Николай Федорович Угаслов, очень уважаемый человек. Это и меценат, благотворитель. Он для нас является примером, он родом как раз-таки с моим отцом, с моим дедушкой, бабушкой, они с одного села, села Городиши. Вот он с самых низов шел и добился, я могу сказать, многого, и не забывает о своей малой родине, помогает ей. Он является депутатом Чувашского госсовета, руководителем строительной компании и президентом Чувашского национального конгресса. Мы всегда наблюдали за ним, за его успехами, за его любовь к родине. Вот. И как-то в 2015 году я был у него в гостях, мы разговорились вот как раз-таки на тему Чувашского национального конгресса. И у меня появилось желание, уже мне тогда было 25 лет, вот, я считаю, что достаточно такой уже осознанный возраст, чтобы приложить усилия и помогать в этой сфере. Выбрать направление надо было. Да, я вступил в члены Чувашской автономии Ульяновской области. Это тоже интересное направление. Чебоксары ездили постоянно. Да, мы ездили и в Чебоксары на местные национальные праздники. И здесь помогали организовывать Акатуй. У меня была бесплатная юридическая помощь для земляков. Вот. Мне было очень приятно помогать, потому что люди приходят с различными проблемами. И здесь есть возможность помогать им. Поэтому в Чувашской национальной автономии действительно у нас царит дружба. Вот. Мы все сотрудничаем. Наша цель – быть такими сплоченными и помогать нашим землякам. Вот. Молодец. Ну вот сейчас ты живешь в городе уже, в Ульяновске. Но как бы, вы работаете с командой в Большом Нагаткино. Вы эти ровесники, там устраиваете турниры спортивные, там разные мероприятия. Да, действительно. Депутатская деятельность, она является достаточно широкой. Это и депутатские приемы, и проведение мероприятий. Это общественный контроль. То есть на самом деле это очень широкая деятельность. Вот одним из направлений является проведение спортивных мероприятий. Мы со своей командой поддерживаем любой местный спорт, который есть у нас в районе. Я, конечно же, хочу, чтобы его было еще больше. Вот. У нас есть очень такая сильная школа борьбы. Благодарна очень Борису Васильевичу Чернову. Это наш наставник, учитель. Я с детства помню его, как он воспитывал все наше поколение. Вот. И до настоящего момента, он уже там около 40 лет посвятил борьбе. Это очень идейный человек. Вот. Поэтому мы должны помогать, мы обязаны быть рядом, мы земляки. Вот. И у нас в Целининском районе проводится ежегодно минимум 4 борцовских турнира. Вот и наша задача максимально помочь Борису Алексеевичу, помочь финансово, помочь в организации, поддержать. Вот. Мы, да, с большим удовольствием это делаем и прилагаем все усилия, чтобы эти турниры состоялись,
чтобы как можно больше молодежи было вовлечено в этот спорт, потому что мы понимаем, что спорт – это здоровье, спорт – это сила, спорт – это красота, воспитание. Вот, поэтому очень благодарен Борису Васильевичу Чернову. У нас школа борьбы, у нас кузница, я бы сказал, Целинский район – это кузница борьбы, потому что чемпионка у нас есть чемпионка мира Инна Вячеславовна Трожукова. Вот, мы с ней землячки, у нее, соответственно, корни также идут с Городиш и с Верхних Тимирсян. Угу. Вот, мы гордимся ей, всегда за нее болеем. Вот, и действительно, это показатель, как с обычного села, с обычной деревни человек может достичь определенных высот. Главное этим, этот спорт любить, трудиться. Вот, и чтобы были наставники, такие как Борис Алексеевич Чернов, как Вячеслав Александрович Тружуков. Ну и, соответственно, их поколение, которое продолжает их курс. Вот. Зал борьбы у нас находится в селе Большое Нагаткино. Вот. С огромным удовольствием мы посещаем этот зал. Соответственно, в любые мероприятия приезжаем. У нас удалось вот, в силу депутатской деятельности привлечь финансирование на ремонт, капитальный ремонт этого зала. Вот, совместно... вот за это Борис Алексеевич вам благодарен, то, что вы помогли доремонтировать, скажем так. Ну, да. Мы очень благодарны Борису Алексеевичу, на самом деле, без него бы не было этого всего. Вот, а нам всегда приятно развить местный спорт, вот, и приложить усилия, чтобы мы командой шли, как я и говорил, только вперед. У нас есть также футбол, очень... такая хорошая дисциплина. Я сам любил футбол. Мы с детства играли в дворовый футбол. Я играл и за сборную района, и за сборную Большого Нагаткина. Мы вспоминаем все эти времена. И сейчас мы с своими одноклассниками, Глуховым Андреем, Можаевым Андреем, организовываем турнир «Кубок Победы». Это турнир проходит у нас традиционно. Каждый в этом год. Году мы провели уже 5-й турнир. Это посвящен... победе Великой Отечественной войне. Мы должны чтить и помнить подвиг наших героев. Поэтому в этот день мы собираемся, приглашаем любые команды, которые хотят участвовать. Очень много народу собирается. Демократия. Да, молодежь. Да, у нас очень много зрителей, молодежь. Молодое поколение должно видеть, смотреть. Мы должны для них максимально все сделать, чтобы они, соответственно, дальше продолжали нас, наш курс, потому что дети... Заложить фундамент патриотизма, вот как раз это... Да, дети – это наше будущее, вот, поэтому мы должны сделать все, чтобы они были, воспитывались настоящими патриотами, любили малую родину, Россию. Вот, знаю, что ты сам вкладываешь в этот турнир, и привлекаешь спонсоров вот, на недавний футбольный турнир, скажем. Это ведь тоже большое дело. Да, нам приятно это делать. На самом деле, вот как я и говорил, важна команда, потому что важно ведь это все соорганизовать. Вот, когда каждый может оказать посильную помощь, а в итоге это, соответственно, и как раз приводит к тому, что есть возможность провести такие... большие грандиозные турниры. Самое главное, чтобы мы вместе это все делали, и у нас все получится тогда. Например, кто спонсировал, например, вот этот футбольный турнир? Спонсировал, например, местный предприниматель Николай Григорьевич Ивандеев. Вот, он очень любит спорт, он всегда поддерживает молодежь, и на любые мероприятия он всегда откликается, да. Поддерживать другие местные предприниматели. Вот. Каждый по возможности, по сильной помощи. У нас на самом деле в Целинский район это очень сплоченный район. И вот, вспоминаешь даже какие-то трудные ситуации. Никто не остается в стороне. Вот, я помню, когда несколько лет назад началась пандемия, действительно сложное время было. Сначала была самоизоляция, но мы тогда тоже с командой подумали и решили, что нет, мы должны быть, так скажем, на передовой. Тогда соорганизовались. Я помню, было время, когда даже был дефицит масок. И да, мы был просто такой, собрались. Также с нашими, соответственно,
людьми, которые помогают. Это тогда и Николай Петрович Сайгушев, вот, мой дядя, угу, родной у мамы брат, и вот Николай Григорьевич Ивандеев, и другие предприниматели. Мы тогда собрались, закупили множество, несколько тысяч масок, и просто приехали и раздали их. Это в деревнях? В нашем районе. Вот. Почему? Потому что ведь на самом деле мы должны думать о своем старшем поколении. У кого-то нет возможности купить, у кого-то кто-то не может найти, потому что тогда был дефицит в аптеках. А когда людям даешь, и просто им можно одеть и чувствовать себя защищенными, потому что, как мы знаем, врачи рекомендовали это ношение, и в самом начале, в пике этой болезни этого не было. Вот. Поэтому мы тогда раздали, и нам очень приятно это делать и заботиться о жителях нашего района. В целом мы для этого там и есть, вот депутатская деятельность, для меня это общественная деятельность, это неоплачиваемая деятельность. Вот это надо заметить, это неоплачиваемая деятельность. Да, у меня есть работа любимая, адвокатская, это и средства заработка, а депутатская это, на самом деле, цель это помогать людям. Это призвание. Да, я считаю, что это туда должны идти идейные люди, те, кто готов и временем, и силами, и финансово помогать. Вот. Действительно, вот для меня это общественная деятельность. Я никогда не рассматривал эту деятельность с целью занять тот или иной оплачиваемый пост, потому что мне в целом это не нужно. У меня есть адвокатская деятельность, как я говорил, любимая работа. Вот. Но, тем не менее, мы должны любить свою родину, знать и помнить свою малую родину, потому что, возрождая малую родину, мы возрождаем великую Россию. Вот. Поэтому в Целининском районе мы с этой позиции, с позиции депутата, мы стараемся работать и работаем, я так скажу, в современном формате. Вот, например, прием граждан, у людей есть какие-то проблемы, мы не ждем каких-то там официальных приемов граждан, проводимых в той или иной, там, в том или ином кабинете. У нас по-современному развиты социальные сети, это и ВКонтакте, и в Одноклассниках, где все наши земляки сидят, и люди любого возраста, и пожилые, и молодые. Вот. И нам достаточно написать, обозначить проблему, и все, и мы ее можем решать. Не нужно ждать вот этого вот приемов и так далее. То есть, какие-то собрания устраивать, приемы устраивать? Да, разный формат абсолютно. Вот поэтому правильно. Деятельность веду очень открыто, деятельность свою освещаю вот, прозрачно, чтобы все земляки видели, как я могу не помочь землякам, когда они меня поддержали. Там, я их считаю родными людьми, потому что мы все живем в одном районе, с кем-то я учился, кто-то мои соседи, кто-то друзья, кто-то знаком, кто-то учителя. Поэтому стараюсь максимально помочь и с позиции той или иной деятельности, с адвокатской, с депутатской. Поэтому это наша миссия, я так скажу, помогать людям. И будем продолжать это делать. Молодец. Насколько я знаю, ты еще вот являешься как бы заместителем директора филиала клуба «Ахмат». Это спортивный клуб? Как вот, да, это отдельное направление. Это всемирно известный бойцовский клуб «Ахмат». Основной, соответственно, сама организация находится в городе Грозном. Это клуб имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Идейным вдохновителем этого клуба является глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Это спортивный клуб. Но даже это не только спортивный клуб, это большая семья, где независимо от веры и национальности... Патриотически, скажем. Да, вот именно мы занимаемся воспитанием, патриотическим воспитанием. То есть это очень такая теплая команда, где самое главное – это воспитывать нашу молодежь, чтобы она занималась спортом, вела правильный образ жизни. У нас в Ульяновске проводится тоже турнир? Да, у нас филиал открыт с 2016 года. Мы тогда зарегистрировали здесь в Минюсте филиал. И за время работы филиала мы уже провели 5 турниров
по смешанным единоборствам. Это очень современное направление. Они имеют международный уровень. У нас даже были спортсмены из Бразилии. Мы привозили здесь, в Ульяновске, Волгоспорт-арена, проводили турнир. На одном из турниров у нас были даже спортсмены вот из Бразилии. Они летели к нам. А туда можно попасть, на этот турнир? Конечно. Там простому смешному. Нет, конечно, зрителями. Мы всегда всем рады, мы всех приглашаем. Участвуют там, конечно, профессиональные спортсмены, которые уже долгое время занимались. Поэтому это вот одно из направлений. Мне очень приятно быть частью этой команды, помогать. Вот. У нас, потому что турниры проводятся они по всей России и даже по всему миру. Да, там же направление патриотизм, спорт, да, здоровье, да, да, нации. Это, да, 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 это самые главные аспекты, на которые мы должны обратить внимание. Вот. Поэтому мы этим тоже занимаемся. Ну, с тобой можно говорить целый день. Вот что ты любишь в свободное время? Вот, например, я знаю, что любишь кататься на велосипеде, в футбол играл. Свободного времени, к сожалению, очень мало. Маловато. Потому что общественная деятельность – это ненормированный, так скажем, рабочий день. Да, если да. у человека произошла та или иная проблема, нам не важно, мы круглосуточно в соцсетях, и мы должны оперативно откликнуться и прийти на помощь. Вот. Поэтому ее на самом деле очень мало, учитывая, что у меня есть еще адвокатская работа. Да, вот, очень много времени никто уходит. Не отменял. Да, но если есть свободное время, то да, я стараюсь посвятить ее здоровому образу жизни. Это и велосипед, и спортзал, вот, чтобы всегда чувствовать себя в тонусе. Вот это, я сам люблю спорт и всем рекомендую заниматься спортом. Спорт – это сила и здоровье. Что бы вот хотелось передать вот молодежи, нынешнему поколению, вот, ну, скажем, школьникам, как идти в жизнь, мы очень с чем много, идти? Мы очень много работаем с молодежью, даже когда баллотировался в депутаты. Молодежью мы всегда занимаемся, у меня в этом плане была и школа юного юриста. Я бы хотел посоветовать молодежи, чтобы они в первую очередь учились, любили, посвятили свою жизнь, большую часть обучению, образованию, вот, и обязательно спорту. На этом заканчиваем. До передачи, Николай Ларионов. Thank you.